Готовим аппетитные и вкусные грибы по-итальянски, с нотками специй, с приятным ароматом и красивым внешним видом. Грибы отлично подойдут в качестве гарнира к любым блюдам: каши, спагетти, мясо. Для рецепта берем маленькие по размеру шампиньоны, так блюдо получится очень красивым. Тушить грибы будем с добавлением вина, отлично подойдет белое полусухое, легкий цветочный букет останется, алкоголь испарится, понравится многим. При подаче грибы можно посыпать зеленью. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. Лук очистите, сполосните, просушите, нарежьте полукольцами. Шампиньоны протрите влажным полотенцем, мыть грибы под проточной водой не стоит, чтобы они не впитали лишнюю влагу. В сковороде прогрейте немного растительного масла, выложите грибы и лук, жарьте несколько минут, до румяности. Ставим лайк и подписываемся. Добавьте в сковороду вино, специи по своему вкусу. Тушите грибы и лук 8-10 минут под крышкой, обязательно добавьте немного копченой паприки, получится очень вкусно. По желанию посыпьте грибы рубленой зеленью. Приятного вам аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Обещанный список ингредиентов. Шампиньоны 300 грамм, лук репчатый 70 грамм, вино полусухое белое 150 миллилитров, масло растительное 1 столовая ложка, соль по вкусу, перец по вкусу, копченая паприка по вкусу, сухой чеснок по вкусу, количество порций 2. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного дня!